Ребята, всем доброго времени суток. Вы на канале Catch Playground, меня зовут Иван. Сегодня мы продолжаем играть в игрушку такую замечательную, как Satisfactory. Так, как мне отсюда выбраться? Вот так. Да, продолжаем играть в Satisfactory. И в одной из прошлых серий я спрашивал, да, там, про джетпак, про всю эту ерунду. Мне человек с ником Фантус подсказал, что, собственно, надо исследовать Катерий, чтобы добраться вообще до этого джетпака, так я понял. Ну, надеюсь, я правильно понял. Поэтому сегодня я иду сейчас за Катерием. Сначала в эту сторону, потом туда, потом еще куда-нибудь. Ну, в целом, Катерий-то здесь достаточно близко, 250 метров. А, эти 250 метров, походу, будут в этой тухлятине. Блин, ну там воняет смертью, я туда не хочу. Ну, сейчас проверим, ладно. Ладно, проверим, что загадывать-то, да? Что загадывать? Нечего загадывать. И вот этого засранца бы мне еще как-то победить... Но мне кажется, я не смогу его победить. По крайней мере, так просто. Ты застрял, я тебя могу сейчас залупить просто здесь, вот так? Да? Могу? Могу? Давай скажи, что могу. Да, я его смог забить. А что с него выпало? А, три колбасы? Серьезно? Всего лишь три колбасы? Это прям целый рейдовый босс, а с него выпало три колбасы. Ну, как-то такое себе. А, хорошо, значит, нет смысла убивать этих засранцев. Так, пойдем поищем Катерий. Катерий, ты не здесь. Ты с другой стороны. А, единственное, что я надеюсь, что не на горе. А похоже, все-таки на горе. Да, на горе. А как нам забраться в гору? В целом-то умный в гору не пойдет. Но нам надо. Как бы я умный, но как... Как я люблю говорить, но слабо. Поэтому ищем вход в эту гору. Подъем на гору. И поднимаемся. В общем, маленький-маленький кусочек у меня маршрута пропал из записи. Ну, как пропал. Я нажал кнопку записи и не заметил, что это была... Что запись была на паузе. И, соответственно, у меня кнопка паузы закончила запись. Окей. В общем, что я нашел? Нашел вот такое вот место, и вот где вот там этот вот зеленый-желтый засранец, я его хочу забрать. Но я не уверен, что у меня это получится, поэтому мне надо взять побольше разбег. И прыжок! Да, получилось. О, получилось. Слушай, желтый энергослизень. Это две энергоячейки. Это круто. А еще мне нужен Катерий. И как бы там воняет, но я бы не хотел туда, где воняет. Мне надо через вонь пройти. И, кстати, у меня теперь нет варианта обойти, да? Я обратно не заберусь. Окей. Я надеюсь, что я не умру. Вот единственное, на что я надеюсь, что я выживу сейчас. Так, прыжок веры под воду. О, слушай, прикольно под водичкой. Ну, хотя, не то чтобы GTA 5, но красиво. Так, что у нас здесь? О, да у нас здесь... Что это? Как это? Кварц. Богатая залежь кварца. Давай собирать кварц. А, ну ладно, он быстро собрался достаточно. Так, единственное, что... У меня есть еда? Да, у меня есть еда вот здесь. Есть еда вот здесь, поэтому давай-ка подготовим еду. Будем обходить. А, ну в принципе нормально. Легко обошлось. Это еще мало урона я получил. Слушай, а здесь ведь вообще можно набрать кучу всяких разных ресурсов, кучу древесины. Пригодится, конечно, да, но я думаю, пока нет, пока мне не надо, у меня тем более есть доступ к углю, и с этого уголечка у меня получается, что у меня вся база работает от этого угля. Кстати, это что? Это, наверное, мицелий. Так. 400 метров и 200 метров. Хорошо, вот у меня есть немножко Катерия. Я же найду Катерийную жилу. Потому что мне Катерия это, наверное, надо больше. Потому что там же все-таки слитки какие-то есть Катерийные. Так, где он? Где-то здесь. Где-то вот там. Ой, тут свинья. Свинья, уходи. Уходи. Уходи от меня, пожалуйста. Не надо, не надо. Не надо. Блин, меня скинули. А как мне выплыть? А, так, что такое? Что я не могу? Что я не понимаю? Ничего не понимаю. Так, ты умер? Ты умер. Все, давай колбасу. У меня же мухомор.
цепной пилой я их не смогу побить. Возможно, мне нужен какой-нибудь пистолет. Давай, давай, один на один. Выходи, биться будем. Выходи. Выходи, биться будем. Все, я тебя победил. А вот этого засранца мне, конечно, так вот просто-то не победить. Ага, ага. Мне надо где-то по-любому спрятаться. Ладно, мне вообще надо на самом деле валить. Я не хочу с ним сражаться, он слишком сильный. Так, где Катерина Руда? Давай, показывай скорее. Где-то тут, надо ее быстро украсть и свалить. Блин, опять что ли наверху? Там воняет? Там воняет, наверное, в этой пещере. Все, смотри, что я вижу. Смотри, что нашел. Так, приключение нашел на свою жопу. Слушай, а что такое? Как так получилось? А сколько их здесь вообще? Я вот сейчас понимаю, что их раз, два... А, ну все логично, да, двое. Так, хорошо. А как мне туда добраться побыстрее теперь? Шум завода — это, конечно, здорово, но пойдем поищем еще Катерины Руды. Пока я возвращался, я нашел проблему, почему у меня в целом-то... почему у меня заканчивается топливо? Так, подожди, давай, меню записи. Загрузить путь. Так, уголь 2. Ты на этом маршруте, да? А вот ты, товарищ... Товарищ хороший, ты на другом маршруте, да? Ой, нет, отменить запись, подожди. Загружаем и загружаем уголь 2. Загрузить путь. Все. Давай чуть-чуть... А, подожди, я не могу отъехать, что ли, от тебя? Давай, выезжай. Все, ты поехал туда, а ты... А почему ты в ту сторону поехал? Подожди, я не понял. Странно, я же с вами разобрался в прошлой серии. Почему вы так себя ведете? И ты не можешь заехать сюда, да? Тебя поднимает какая-то волшебная сила. Окей, ладно. Я вас понял, ребят. Вы ленивые машинки, которые хотят ездить по двое, как, знаете, маршрутчики у меня в городе. Они не хотят ездить по одному, они хотят ездить по двое, чтобы было не так страшно. Типа, о, блин, Семен, я сегодня забухал, мамка заметит. А да не, не боись, сейчас вдвоем поедем, не заметит. Вот что-то в этом роде они хотят. В общем, иду, добываю свои вещи и больше туда не суюсь. Вот этот засранец закинул меня сюда. Здоровья у меня нет совсем. Ну, видимо, я сейчас еще раз побегу, что ли, или чего, я не понимаю. Я не хочу больше бежать. Уходи, пожалуйста, засранец. Вода. Собрать что-то не получится здесь. Потому что у меня ничего нет с собой. Блин. Это очень-очень плохо. Ну-ка, ты куда... Ты побежишь на меня сейчас? А если я... Не успею, нифига. Да, ничего не успел. Ничего не успел. Успел свалить только. Нет, не успел свалить. Кстати, вот здесь вот... видимо, стоит забыть о вещах пока что. Я думаю, наверное, стоит так и сделать, потому что там в целом что там? Там было... Вот этот вот щуп, жалко, конечно, да? Ксенодубинка, цепная пила, да там все было. Все мое барахло там было. Окей, ладно, я лучше сделаю еще раз. Я больше туда не хочу, там слишком опасно сейчас. Вот когда у меня будет что-то более полезное, я туда пролезу. Хорошо, сейчас я быстренько все сделаю и вернусь. И пойдем дальше искать Катери, только уже в других местах. А, вот так, товарищи. В общем, что у меня не получилось? У меня не получилось сделать... что, радиомаяк или как его? Потому что у меня закончилась проволока. В прошлой серии я, по-моему, 2000 проволоки потратил, а... Как так она закончилась, я что-то не понимаю. И, кстати, блин, весь Катери-то, который я собрал, он был у меня в инвентаре, и он остался там. И это очень грустно. Это очень обидно, на самом деле. Нужно искать еще Катери, и нужно вообще туда идти и навалять там всем люлей, потому что, ну, блин, серьезно, это слишком много. Слишком много я потерял от этой потери, да, так, вроде пошел поискать, ну, блин, и получил по жопе.
Ладно, бывает. Так, что ныть-то? Ныть-то никакого смысла нет. А, соответственно, мне нужно еще немножечко проволоки набрать. А, медные слитки. У меня же есть медные слитки. Почему я не могу сделать проволоки? А, так, нужное количество проволоки я сделал. Делаю сейчас один радиомаяк. И делаю сканер объекта. Все. И, в принципе, все... Все, как их называют, девайсы, которые у меня были потеряны, я восстановил. Ну, единственное, что я не восстановил свой инвентарь, и никогда этого не сделаю. Так, что я предлагаю? Предлагаю пройти вот по этому вот парапету поверх него, да, и уже подойти к... Кстати, а почему я... Нет. Да, я понял, почему. Потому что не получится. Не получится это сделать. Мне нужно... Что мне нужно-то, господи? Мне нужно топливо для бензопилы сделать, а топлива для бензопилы у меня нет. Потому что здесь у меня нет биомассы. А, вот это вот очень грустно, кстати. Это немного грустно. Поэтому давай сейчас попробуем найти хоть какое-то топливо. Так, у меня есть биомасса. И из этой биомассы можно сделать это топливо. В целом, ладно, нормально. А, так, получилось не очень много, всего 16 единиц. А, пойдем, пойдем, пойдем. Мне нужно сейчас эти 16 единиц закинуть в завод по производству известняка, потому что у меня завод по производству известняка не подключен. И, кстати, у меня есть провода. Да, у меня есть провода. Возможно, у меня получится сейчас сделать вот так. А, так, я могу куда-то там подключиться. Некорректное направление прицеливания, да? Вот. Вот сюда. Провод слишком длинный. Окей. Не хватает бетона. Сейчас бетон будет. Сейчас поставим. Надеюсь. Надеюсь. Здесь же есть бетон. Да, есть немножко бетона. Мне этого хватит. Так, где у меня ближайшая точка? Более-менее свободная. Ну, в принципе, вот это и свободная. Да. Это свободная. Давай подключим весь оставшийся завод. Стой, подключись. Мне надо, чтобы ты подключился. Провод слишком длинный. Хорошо, ты победила, игра. Давай, провод вот такой. Все, работает, без перебоев. Все, хорошо, здесь работает. Пойдем искать котей, да, и еще можно по пути поискать грибы какие-нибудь, да? Или как? Подожди, а как я... А, вот так я открывал. Да, действительно. Энергослизни, давай. Грибы посмотрим, может быть, по пути где-то попадутся. В общем, ребят, ищем котели. Вот вообще, на самом деле, я подумал... Да, я иногда думаю... Чё мне париться? Мне надо же просто взять... Блин, не так... Не так высоко. Не так же высоко. Ну, что ты? Что ты как неаккуратно? Давай. Мне нужно, на самом деле, просто взять... Взять бетона, взять немного стальных пластин и, собственно, построить там подъем, там, где я не смог подняться. Почему бы и нет, да? 200 штучек хватит, ну и тем более у меня есть еще 200 штучек. Поэтому, почему бы и нет, пойдем поднимемся, вообще ерунда какая-то. Почему я пошел искать здесь, о, как тут все подается, как хорошо. Только это все не работает так быстро, как хотелось бы, да? Это не пережаривает достаточно быстро. А, но здесь очень много слитков, которые копятся и хранятся. Соответственно, плавильня производит больше слитков, чем нужно. Блин, прикольно. Прикольно. Ладно, пойдем построим сейчас подъем. Заберем то, что... Наш по праву рождения. По праву рождения, конечно. Так, так бы перепрыгнуть всю эту ерунду. Игра, пусти. Давай. Как там, где режим строительства? Вот этот. На вжух. Давай, вот так, вжух. И здесь еще раз вжух. Вот так. Все. Все, и теперь пусти. Все, наконец-то. Пойдем. Пойдем, там одного засранца мы забили. А, останутся еще достаточно много засранцев. Хотя у меня есть какие-то там пистолеты в исследованиях. Я, наверное, могу их исследовать в ближайшее время и пристрелить этих уродов, потому что, ну вот, ну что они вообще какие недружелюбные? Я к ним, значит, хлеб, соль, чай там, давайте кофейку попьем, ребята, как дела?
А они на меня нападают и убивают. Ну, это не дело. Ну, вообще, ребят. Собственно, вот таким образом мы поднимаемся наверх. В чем была проблема? Почему я сразу не догадался? О, привет. Так, еще здесь слизень есть. Ну-ка, давай сюда. Эй, подожди, ну что вы толкаетесь-то? Ребят, ну что такое-то? Эй, эй, уйди, уходи, уходи, уходи. А я без ХП пришел. Вот дурачок. А, я взял, но не поел. Нет, поел. Смотри, поел. Вроде все хорошо. А, это... Это месторождение. Вот это... Вот. А вот это уже другой разговор. Это уже интереснее становится, да? Если это месторождение, значит, мы сюда можем поставить что? Правильно. Добытчик. И подвести это куда-нибудь к нам на базу. А каким образом? Да в целом очень простым образом. Очень простым образом, да? А, я не думал, что это месторождение так близко. Окей. Это даже очень хорошо. Это очень хорошо. Так, тут один болевастик ко мне пришел. Ну-ка, болевастик, получай по жопе. А, сейчас он мне сам по жопе надавит, вообще, да? Нет, нет уж, так не выйдет. Ты по жопе получишь, понял? Я уже сегодня получил по жопе несколько раз, поэтому больше не надо, больше не хочу. Так, давай сразу заберем слизня. А, стоп, стоп. Стоп, 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 стоп. Где мы можем к нему подобраться? А, подожди. Подожди. А, что такое-то? Что такое? Да, давай, давай, заберу. Заберу тебя. Вот, дружок. Все, отлично. Ты у нас теперь член нашей семьи, поэтому будешь здесь. Так, Катерий, давай еще чуть-чуть соберем. До соточки хотя бы, да? Так, Катерий я собрал. А что же мне нужно? Так, мне нужно каким-то образом привести его на базу. На базу привести, но здесь мы не можем поставить. Или можем? Подожди. Нет, мы не можем. Не можем. Здесь нет достаточно близко воды. И я не хочу тратить так много ресурсов, чтобы подвести сюда электрик. Хотя. Нет. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Нет, товарищ, нет. А, я не буду сюда, наверное, ставить. Хотя, может быть, и буду. Почему бы и нет? Ну-ка. А, влезает, не хватает ресурсов, необходимо строить на глубоких водоемах. Так, это не глубокий водоем, да, тебе? Ой. Hello, this is paternal figure. I have taken ill and need your help to find a cure. Что? Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Ой, это что был за ужас сейчас? О, аж мурашки побежали по телу. Окей, а, значит, сюда надо привести электричество. Электричество с моей основной базы. Почему бы и нет, да? А, давай посмотрим. Да, посмотрим, что мы можем сделать, во-первых. Мы же можем просто проложить дорожку и по этой дорожке просто ходить. Потому что база-то у меня здесь недалеко. База недалеко. Единственное, что вот надо дорожку правильно положить вот так, да? Вот таким образом. Подожди, ровненько, чтобы было. Ну-ка. Эй, далеко. Окей. Так, ставим фундамент, ставим 10 фундаментов. Все, побежали, побежали, посмотрим. Так, дальше. Здесь есть какая-то опасность? Да тут на моей дорожке никакой опасности нет. Давай до базы. Вот такое уродство я построил. Да не, мне кажется, конечно, красиво, но, блин, нет, некрасиво. На самом деле некрасиво, это ужасно, да, но... Котери, нужно же все-таки добывать его. Так, буровая установка. Мне нужна одна буровая установка. Так, мне нужно дофигища, наверное, этих железных прутьев. Что там, да? Железных прутьев. 53 у меня есть, да, в принципе, хватит. И нужно немного проводов. Немного проводов. Так, радиомаяк. А почему радиомаяк? Почему радиомаяк 2? Окей. Пока непонятно. Переносной бур у меня есть. Переносной бур у меня где-то здесь валялся. Да, есть еще один. Катерий, катерий, катерий. Куда мы его будем привозить? Да, давай вот сюда начнем его. Вот здесь начнем исследование. Так, а, вот даже так. Можно сразу исследовать. Окей, анализ завершен. Сверхпроволока. Это что? Это увеличенный объем инвентаря. То есть инвентарь здесь можно очень хорошо расширить. Да, нужны слитки. Ладно, хорошо.
Так, тогда можно там сразу плавильню поставить. Плавильня. Давай еще на плавильню возьмем. На плавильню у меня все есть. На это все есть. Ну, в чем проблема? И из плавильни мне нужно поставить, чтобы у меня сюда приезжали слитки. Куда-то сюда. Давай прямо тут построим хранилище, да? Что у меня там по хранилищу? Хранилище, да? Вот, хранилище. Можно прямо сейчас это сделать. Отлично. Отлично. Так, я почему-то думал, что катерита нельзя все-таки найти в виде месторождения. Так, это что, пересекается? А, пересекается, да, точно. Ладно, давай. Давай вот здесь поставим. Все, здесь поставили. А что у меня? Проволока. Проволока. Зачем мне проволока? Я забыл. Я забыл. А давай вот как это убрать? Минус радиомаяки. Все. Плавильня и буровая установка. И, соответственно, мне нужно подтащить электричество, да? Угу. Электричество сейчас подтащим. Вот таким образом я, в общем, подвел сюда электричество. Поставил здесь буровую установку. Давай поставим плавильню. Плавильня. Давай, плавильня. Ты поставишься сюда? Да, да? Поставишься? Да, ведь все хорошо у тебя. Да, все отлично. Все отлично. Плавильню подключаем к электроэнергии. И можем выбрать здесь... Так, стой. Вот так. Выбираем здесь катерийный слиток и подключаем. Подключаем нашу буровую установку. Да, все. Отлично. Все пошло. Это что такое? 23, 21. Я не понимаю, что это такое. Ну и бог с ним. А, это эффективность, что ли? Или что? Окей, наплевать. Неважно. Неважно. А здесь, значит, руды он будет выпекать слишком мало, поэтому здесь по-любому нужно усиление. Так, давай тогда пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Сколько у тебя получится? Сколько тебя? Сколько надо? Да? Сколько? Еще? Вот, вот так. Давай продолжаем. Вот такое уродство у меня получилось. Не самая красивая, конечно, конструкция. Ну а что поделать, да? У меня вот... Мне нужны катерийные слитки, и пускай они производятся своим ходом, да? Что я буду сейчас... Автоматизация у меня есть. Что я буду сейчас париться с тем, чтобы руками это все делать? Да вот еще. Зачем мне это надо? Сейчас просто подождем немножко. Ну, долго придется ждать, похоже. Так, где у нас там первые катерийные слитки? Далеко? Да нет, вот, смотри, уже полпути они проехали. Это сколько? Это по одному, да? По одной штучке? Отлично, мне по одной штучке хватит. Мне нормально. Пускай они приезжают. Здесь, наверное, порядка сотни слитков будет, когда полностью заполнится конвейерная лента. Так, катерий, катерий, катерий. Значит, что значит? Что это значит? Значит, сейчас, что я делаю? Сейчас я иду, жду, когда у меня заполнится немножечко вот этот склад, хотя бы что. Так, стоп, нет, как так? Нет, да нет же, ну, да, блин, почему? Я не хотел, ну не надо, блин. Это ужасно. У меня закончилось электричество, и это, видимо, из-за того завода. Значит, все-таки нужно запускать вот эти вот генераторы. Включаем. Подключаем. Так, стоп, а что такое? Вот так. Нет питания. Что? Я тебя откусил? Нет, не откусил. Вот, включаем. Все, включен. В общем-то, что я успел понять, это то, что у меня уголь закончился опять. И это не из-за того, что у меня вот там проблемы, а это вот здесь проблемы. И это, кстати, очень плохо, потому что мне надо больше угля добывать, видимо. Ладно, машинки, 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 как вы там? Где машинки? Вот тут трактор и там трактор. И они опять не двигаются. Почему? Непонятно. Непонятно, почему они не хотят двигаться. Они же раньше так хорошо привозили мне все, а теперь не привозят. И это очень плохо. Они, наверное, застреют. А что они там застреют, непонятно. Было же все хорошо, все нормально. А теперь мне опять, блин, с этим разбираться, с этой дурацкой противной фигней. Так, сколько у меня слиточков успело сделаться?
Да мало, мало достаточно. Так, а что здесь у меня недостроено? А, окей, давай построим. Достроим, достроим, не проблема. Не вопрос вообще. Так, вот так. Сколько? 6. Ну, уже хорошее количество. Смотри, целое... Ух, там сколько подъезжает. 1 000 000 единиц готовы, еще столько же на подходе. Хорошо, давай сейчас разберусь с этим электричеством по данным, и уже вернусь и попробую разобраться с машинками. В общем, вроде более-менее разобрался в своей системе, которая у меня здесь есть. Так, дальше мне нужно разобраться с тракторами. А вот с тракторами, конечно, разобраться, это будет проблемно, потому что они опять застряли. Почему они застряют, я вообще не понимаю. И причем они застряют в таких местах, где им бы, ну, как бы, смысл какой застревать? Застревать-то негде. Они это делают на пустом месте. Если бы они хотя бы делали это там, где это действительно есть какая-то проблема, то я бы вообще не возникал, я бы исправил эту проблему. А вот сейчас... О, кстати, мне, наверное, как раз хватит десяточки этих слитков. Давай быстрее, катись. Катись, пожалуйста, быстрее. Я тебя так соберу. Окей. А, не хватает. Не хватило еще 4 слитка, но у меня... Что, у меня есть руда? Да, у меня есть руда. А, так, руду я поплавил. Получилось в итоге всего 63 слитка. Давай закинем эти слитки на исследование. Так, слушай, ты че у меня тут все ходишь, а? Получи по жопе, а? Уходи. Ты надоел. Все время здесь этот засранец бегает, ошивается у меня на заводе. Хочет, видимо, еще раз по жопе получить. А может быть, ему нравится получать по жопе? Блин, я с этой стороны, конечно, не рассматривал этот вопрос. Так, хорошо. Сверхпроволока. Отлично. Дальше, зиплайн. Зиплайн. О, зиплайн. Екатерина Электроника. А тут... О, о, слушай. Мне это нравится. А как делать электро... Нет. Что делать? Блин, мне очень нравится. Мне вообще очень доставляет эта игра, прям такое удовольствие, мне она нравится. Так, и теперь, я так понимаю, мне вот из этих вот катерийных слитков можно делать, как это называют, проволоку. И мне надо сотню проволоки на что? Сотню проволоки надо вот на это, не хватает ресурсов. И сотню проволоки вот на это. Зиплайн это... По заводу, да, это только по заводу. А для этого линия электросети, по линиям электросети. О, это, да, это вообще шикарно. Это обалденный способ перемещения. Так, а здесь чего? Увеличенный объем инвентаря. Хорошо, это тоже очень важно. Но вот это важнее. И вот это тоже очень важно, поэтому что мы делаем? А, делаем сверхпроволоку, да, 60 в минуту она делается. Окей, это делается конструктором по-любому. По-любому это делает конструктор. Конструктор, давай мы тебя поставим сейчас. И будем потихонечку создавать наш катерийный заводик. Так, катерий, трешечка. Так, на трешечку у меня вот эта вот штуковина. Давай, все. А, так, да, конечно, слиточки будут долго подъезжать. Ну, что поделать? Что поделать, в этом ничего страшного нет. Это нормально. Это нормально. Абсолютно, совершенно нормально. А мне еще нужно бы, знаешь, что делать? Мне надо бы делать супер вот эти вот... Опа. А здесь чего? А, здесь уже сотни роторов. Слушай, круто. Ё-моё, как много здесь уже обшивки. Это хорошо. Раз, два, три, четыре. Это 200 штук. 200 штук, а мне надо 500. Мне надо 500, да? А здесь? Как здесь дела? Здесь дела в порядке, все хорошо. А, винты, да? Вот опять винтов здесь дофига. Здесь опять тоже дофига. Здесь копятся. Отлично. А здесь? И здесь чуть-чуть копятся. Ладно. Хорошо, то есть я смогу взять еще и винтов себе потаскать. Так, пластины. Мне нужны усиленные железные пластины, конечно, еще добавить производство, наверное, сюда. И разделить, и отправить в какой-нибудь ящик, чтобы хранилось в ящике. Потому что у меня нету усиленных пластин. А с другой стороны, я могу сделать... Я могу
Так, стоп. Что произошло опять? А, ну да, у меня же машинки мои не запустились, поэтому у меня все закончилось. А, так, ребятки, у меня крашнулась игра. Но я нашел, где проблема. Я нашел, где проблема, да, так, уголь сейчас я скину весь. Я здесь немножечко перестроил. Предохранитель сработал где? А, ну да, на основной базе, конечно, он сработал. Он там давно сработал. Еще до того, как я сюда приехал, на самом деле. Так, я нашел проблему. Где они застреют? Где они долго едут? Где они вообще падают? Как оказалось, да? Когда они падают, это плохо. Значит, они не приезжают. Соответственно, поехали исправлять эту проблему. На самом деле, возможно, и здесь нужно эту проблему исправлять, на этом вот мостике. Хотя, вроде, на этом мостике нормально преодолевается проблема маршрута, который я построил. Сейчас вот можно будет увидеть, скорее всего, потому что, да, сейчас здесь трактор. Трактор... Так, а где трактор? Уехал. О, слушай, уехал. Да? Да, он где-то уехал. Хорошо, пока он уехал. Давай, что мне нужно сделать, чтобы решить эту проблему? А, я уверен, что мне нужно вот эту ерунду разобрать, которую я здесь настроил, и поставить нормальный вот этот вот фундамент. А здесь поставить нормальные подъемы. Так, подожди, мне надо переключить режим строительства вот так. Да. А, и вот здесь, соответственно, поставить тоже побольше вот этих вот пандусов, чтобы... не падали, чтобы не падали мои машинки. И также добавить вот здесь. Все, да, я думаю, этого будет достаточно. Не знаю, почему он упал. Как так получилось вообще? И кто в этом вообще виноват? И, кстати, здесь бы, конечно, сделать более пологий склон. Ну ладно, я не уверен, что машинка заедет, если делать более пологий склон. Так, у меня автомобиль там разгружается, видимо, уже на базе. Я поеду сейчас за ним. Вообще, конечно, по-хорошему бы проследить, как едет эта машинка, чтобы понимать вообще, что происходит. Что происходит на маршруте. Возможно, там действительно где-то есть какие-то такие дурацкие места, где машинка просто застревает и не может проехать. И может стоит переложить маршрут. Да, из-за того, что у меня нет электричества, у меня сейчас автомобиль не может разгрузиться. Поэтому давай мы в этом немножечко поможем. Так, так, ты что, задом встал? И не разгрузился. А что ты как мало загрузил? Слушай, товарищ, ну-ка. Вообще мало загрузил. А почему? Потому что не было, что ли, или что, я не понимаю. Или ты очень быстро уезжаешь, тебе нужно время, чтобы приехать побыстрее. Так, давай попробуем запустить. Нет, не получилось. Так, когда, где? Где, в каком месте не поступает электричество? Ну-ка. Так, отсюда ничего не видно. А отсюда? Отсюда тоже ничего не видно. Так, здесь поступает, здесь... Здесь не видно тоже. И здесь все хорошо. Так, стоп. Что произошло? Собственно, все в порядке. А, ну да, вот сюда вот просто пришел уголь, а его здесь не было. Все, я понял, хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Что у нас по машинкам? Так, машинка, ты уезжаешь? Уезжай. Тебя, машинка, я сейчас разгружу, чтобы мне попроще там было потом дальше. То есть сейчас с ума сойдешь с этими маршрутами. Так, давай, разгружаемся. Вот так. Так, а ну-ка давай-ка посмотрим. Открыть. Так, подожди, отменим запись. А, давай посмотрим на этот путь, загрузить путь, но без автопилота. И попробуем посмотреть, здесь же есть путевые точки. Возможно, здесь вот эту паузу стоит поставить побольше. А время ждания, 1 секунда. 10. Установить время ждания. Подтвердить? Да, 10 секунд. Пускай ожидает здесь 10 секунд. Так, тебя я оставлю. Да? Да, вот в этом месте. Вот стой, как запасная машинка. Чтобы мне не бегать постоянно за тем трактором, а сесть в машинку и доехать комфортно, в тепле, в комфортных условиях. Так, давай посмотрим. У нас здесь, наверное, ничего не приехало. Подожди. Я понял, в чем я дурачок.
вот в этом. Потому что я не подключил вот эту вот станцию. И теперь у меня здесь еще только начинают производиться сверхпроволоки. А уже, между прочим, мог бы и закончить этим. Так, ладно. Ладно, хорошо. Давай сейчас дождемся этой сверхпроволоки и уже посмотрим, что дальше. В общем, этой Катерининой проволоки, я посмотрел, производится очень огромное количество, поэтому вообще нет ни проблем. И как бы, да, сейчас немножечко поставочки наладятся, да, вон там подъезжает очередная партия слитков. Надо, кстати, будет улучшить вообще всю вот эту вот линию, чтобы быстрее слитки доезжали. Я не думал, что они мне будут настолько нужны, но как бы, ну ладно, что такое, ну бывает. Ну что, не подумал, ну и все. Так, что здесь? Кстати, мне нужно будет исследовать что-то интересненькое. Так, давай, Катерину электронику сейчас разблокируем. Потому что, я думаю, здесь должно быть что-то новенькое, интересненькое. Так, ограничители и электростолб второго уровня. Экзоскелет. Так, давай дальше сделаем зиплайн. Я очень хочу зиплайн. Вот теперь. Очень хочу зиплайн, потому что он позволит нам передвигаться намного быстрее. Пойдем. Все, ну смотри, Катерининой проволоки, пока я там исследовал 3 секунды, это исследование набралось еще сотни, просто огромное количество. Это круто. Это... А, это ждать 5 минут. Так, вот таким образом, в общем, я собрал все необходимые ингредиенты для вот этого контейнера. Сейчас я его быстренько поставлю, только чтобы ровненько как-нибудь получилось, да, вот так. Вот так. И будем выгружать отсюда... Будем отсюда выгружать роторы, пускай они складываются в этот контейнер, потому что роторы нам пригодятся. Роторов пригодится, скорее всего, еще очень много, потому что у меня вон там 100 каких-то, или 100 штук каких-то странных. Такие страшные ресурсы мне тут показывают на самом деле. И когда это закончится, я не знаю. Так, 2,5... 2,50, это не 2,5 минуты. 2,50 это не 2,5 минуты, это больше. Так, давай тогда сюда тоже поставим складской контейнер, чтобы... Создавалось определенное количество все-таки вот этих вот ресурсов, чтобы я мог их потом взять и унести отсюда. Потому что если сейчас здесь все встанет, будет просто так подъезжать вот этот вот... Вот эти железные слитки. Не железные, а катерийные слитки. И, соответственно, этот катерий будет храниться здесь и просто мешать занимать место. А мне бы не хотелось, чтобы это просто занимало место, пускай оно хотя бы складируется. Так, и что здесь? Здесь вот эти вот, кстати, штуковины, можно железные прутья. Кстати, давай украдем 2 соточки. Мне нужны железные прутья, они мне пригодятся, я их постоянно использую для чего? Для столбов. Я тут кое-что посмотрел, да, мы можем сейчас сделать прыжковые площадки, возможно, мне это как-то поможет в дальнейшем. Ну, я, правда, не знаю, это гасящее, а это дает... Ага, все, я понял. В принципе, она мне не так уж и надо... Мне бы, конечно, что-нибудь поинтереснее. Так, гипертруба. А что... Подожди, а гипертруба? Что такое гипертруба? Так. Для перемещения... Ничего себе. Вот это ничего себе. Вот это... это круто. Вот это тоже круто, но здесь такие страшные ресурсы. Ну и здесь, в принципе, те же самые страшные ресурсы. Железнобетонные балки. У меня такого еще нет. Буровая установка уровень 2. И, кстати, это будет полезно. Тяжелый модный каркас, тоже ерунда какая-то. Все, давай вот это исследуем, чтобы закрыть уже эту тему. Так, что мне надо? Мне нужны провода, мне нужны железные пластины, и мне нужны 50 роторов. Так, провода, 150 проводов. 150 проводов это немного, это вот это. И завершилось исследование, это прекрасно. Сейчас у нас будет доступен зиплайн. Как раз его проверим и закончим данный эпизод, потому что уже достаточно много времени прошло. Я думаю, времени на монтаж у меня как раз по времени серии выйдет нормально. По монтажу. Ну-ка, подожди, дай-ка я тебя сфотографирую. Вот так. Я тебя еще не фоткал. Так, что мне там сказала женщина? У меня что-то доступно новое. Ха, я забыл, что я вообще открыл сейчас, на самом деле. Так, чудо-утилизатор, чудо-магазин. Круто все. Так, нет. Здесь ничего нет. В энергетике ничего нет. В логистике ничего нет. В организации ничего нет. Передвижение. А, вот, прыжковые площадки.
А, собственно... А, то есть она... Я понял, она подкидывает в определенное место. Ладно, а с этими площадками все понятно. Так, у нас исследовался зиплайн. Давай посмотрим, что он нам открыл дальше. По-моему, он нам ничего не открыл. Вот эту штуку надо сделать. И поставим на исследование, и в следующей серии мы уже увидим, что это такое. Экзоскелеты, скорее всего, я соберу, чтобы бегать быстрее, прыгать выше. Ну, это на самом деле очень полезно здесь будет. Потому что вроде как бы скорость перемещения достаточно быстрая, прыжки тоже быстрые, но... Так, мне нужен ксеношокер. Давай сделаем ксеношокер. И сделаем зиплайн. Вот это, конечно, я не знаю, насколько это круто или не круто. Давай проверим. Так, зиплайн. Оу. Оу. Слушай, это прикольно. Это прикольно, да. А, то есть я подпрыгиваю, хватаюсь и я перемещаюсь. Да, это, кстати, очень даже круто. Слушай, так это же вообще огонь. Главное не упасть, пока перепрыгиваешь. Слушай, а мне нравится. Это прикольно. Вот так, да. Главное научиться им пользоваться правильно, потому что не всегда получается. Не всегда получается схватиться. Вот, опять не получилось схватиться, да, и вот сейчас... Ну, я не могу схватиться, потому что эта штука высоко. Да. Ладно, главное правильно научиться пользоваться. Это вообще просто огонь. Мне понравилось, слушай. Фантус, по-моему, так тебя зовут, да? Огромное тебе спасибо за совет. Я просто кайфую теперь. Слушай, прикольно, прикольно. А здесь что? А здесь что такое? Подожди, а что, не переплавляется? Не успевает? Так, давай добавим. Можем себе позволить? Можем, конечно, можем. Чуть больше свитков будет получаться. Так, а что у меня здесь есть? У меня ничего не получится. Ладно, получится в следующий раз. Так, ребятки, на этом я предлагаю данный эпизод закончить. Следующий эпизод выйдет, я думаю, не очень скоро. Я постараюсь сделать это побыстрее, но у меня есть моя основная работа, с которой я не могу не считаться, поэтому... Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, комментировать и оставлять лайки. Всем спасибо, всем пока-пока.